В Одинцовском округе пройдет диктант победы. По словам секретаря местного отделения «Единой России», главы муниципалитета Андрея Иванова, акция будет гораздо масштабнее, чем в прошлом году. В ней примут участие все муниципальные школы нашего округа. Диктант победы должен был пройти 24 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 3 сентября.